Я как-то у себя видео снимала. Перец у меня же здесь это посадилось в этом году. Вообще был чили, да. Ну, очень острый. Но он не краснеет, такой зеленый вот висит. Мы один сорвали и хотели в салат там кинуть. И я как попробовала. Оказывается, она такой горький. Я не могла ничем его закусить. Это было капец. И мой муж взял еще, пока резал, и что-то в глаз попало. У него красный глаз, без сумки. Ну, как жизнь вообще. Глаз покраснел весь внутри. Целый час сжег ему глаз, он воду несколько раз мыл. Вот это острый перчик. Да. Капец. А, семена собрать. Посадить на следующий год побольше. Его можно резать, заморозить, так что-нибудь ты делаешь соус какой-нибудь, да, острый хочешь, и можно добавлять везде.